изобретенное не мною и не мне принадлежащее, цветное и наглядное, вполне как пасть вампира. Картина мира. В центре композиции меся дорожный прах, босая девочка идет туда, где тонут в облаках огня и смрада. Ворота ада. Смутные, круглые, как у закланного тельца, ее глаза и портят несколько монгольский тип лица, в чем азиаты не виноваты. 10 крокодилов, 20 гарпий, 30 змей и 40 ящериц унылой свитой тянутся за ней в порядке строгом по всем дорогам. Страх 5 секунд перед концом известен даже этим монстрам, что текут за нею следом, а ей неведом. Тут бы полагалось мне промолвить что-нибудь на тему высшей справедливости, однако увильнуть от главной темы все мы. Все мы, находясь по эту сторону стекла, лишь наблюдатели, не больше, я из общего числа не выпадаю. Я наблюдаю. Девочка почти ребенок, в прах босой ногой ступает, движется, как пастырь, обезумевший в огонь, ведя все стадо к воротам ада. Мимо райских рощ, а также пастбищ и плодов благоуханных, на которые здесь не трачу слов, раз ей угодней мрак преисподней.